Всем привет! Хочу сделать прогноз на матч чемпионата Англии, центральный матч чемпионата Англии, матч между Манчестер Сити и Ливерпулем. Вот такой хайповый матч, сразу говорю, ставить много не буду. Я лично поставлю всего 500 рублей, чтобы просто посмотреть матч. Что можно сказать о командах? Им вообще нахуй ничего не надо. Ливерпуль в прошлом туре стал чемпионом, там 30 лет становился чемпионом, вот стали они чемпионом. Ну, для всех это ожидаемо. Слишком большой отрыв от того же Сити был. Сити тоже ничего не надо, они, по-моему, на втором месте. В принципе, так. Матч хороших команд. Все. Зрителей на матче не будет. Тут нет ни хозяев, ни гостей. В принципе, игра, можно сказать, на нейтральном поле. Вот. Но что, мне кажется, тут будет? Мне кажется, у Сити будет такой признак мести. Но обычно так бывает. То есть, допустим, вас кто-то опередил, а вы пытаетесь взять реванш, доказать, нет, я тоже не такой плохой, блядь. Вот, а Ливерпуль, он будет немного не своей тарелки, я думаю. Почему? Потому что все-таки они будут, они безусловно отмечали это чемпионство. Клопп, допустим, тот же Клопп, Юрген Клопп, он довольно много пьет пива. Иногда его находили совершенно неходячим в состоянии. Он был пьян просто в дрова. Это правда. Ничего тут такого плохого нет. Поэтому я думаю, 1-2 дня они отмечали. Просто, ну, с распитиями, с сильным распитием спиртных напитков. Вот, поэтому, не знаю. Тренировки там, в принципе, такой сильной не было. И я думаю, что Ливерпуль будет не в таком сильном функциональном состоянии. Да, они там захотят, ну давайте сыграем с Манчестер Сити, покажемся. Но я все-таки думаю, что у Сити будет больше мотивации выиграть Ливерпуль. Вот. И на этот матч я возьму одну простую ставку. Я сразу его увидел и не стал ебать мозги, там, искать там статистику, там, фолы ставить, удары в створ, там. Прочее. Это просто индивидуальный тотал Манчестер Сити, больше полутора, за коэффициент 1.77. Вот. Вот такая простая ставка. Коэффициент вроде неплохой, буду смотреть. А два гола для Сити, да с любым соперником, это хуйня. Они вон Реалу два отгрузили на выезде, да? В общем-то, почему бы Ливерпуле два не забить? Ливерпуль, который, в принципе, будет абсолютно не мотивирован, да? Но два гола для Сити – это нормальная ставка. Особенно сейчас они, в принципе, забивают довольно-таки много. Вот. Вот такие мои размышления. Вот дальше уже будем смотреть. Но на этот матч у меня ставка будет единственная и одно это. Идеальный тотал Манчестер Сити. Больше полутора за коэффициент 1.77. Смотрим матч и пишем свои размышления в комментарии, кто что думает по этому матчу. Всем пока.